Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодня пустые баночки за месяц октябрь 2017 года. Хотя сегодня у нас 8 ноября, вот я не смогла снять для вас пустые баночки вовремя, так как я, девчонки мои, заболела. Меня не было ровно 7 дней, неделю на моем канале Нафиса Уфа. У меня проблемы опорно-двигательными функциями. В общем, девчонки, буду ходить на лечение, уколы, лекарства. Так что меня, мои хорошие, не теряйте. Я обязательно к вам вернусь. Вернусь я с таким обзором, конечно же, и фикс прайс. Также, если вы видите, у меня сегодня совсем другой формат. Это новая мебель. Буду снимать пока вот белая такая мебель. Поэтому сделаю для вас обзор, что мы купили, как я все организовала. Если вам будет интересно, конечно же, заходите, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Не теряйте меня, мои хорошие, буду я лечиться, и у меня возможности снимать пока немного. Также и, девчонки, желание из-за того, что все время мне причиняет боль, тоже не очень-то, но хотя, знаете, охота что-то для вас снимать. Ну и давайте начнем. Первый перед вами уже стоит ласка. Ласка, которая знаменитая во всем Ютубе, которую мы покупали в фикс прайсе. Эффект восстановления цвета объемом 1 литр. У меня, как вы видите, две пустышки. Они мне очень понравились. Приятный аромат для меня. Приятный, знаете, такой, даже скажу вам, ярко выраженный, который остается на белье, на одежде, мне очень понравилось. Так что у меня еще есть в запасиках, и если я еще увижу, обязательно, конечно же, куплю. Сегодня была в магазине «Добрый день», там ласки все в ассортименте, также вот этот красненький для восстановления цвета стоит больше 200 рублей, так что, конечно же, выгодно, и по качеству, я скажу вам, даже ничем не отличается от того, что стоит больше 200 рублей, так что мне очень-очень понравилось, конечно же, я рекомендую. Следующее, также с фикс прайса для мытья полов, горный родник, средство такое голубоватого цвета, как на этикетке. Просто отлично пенится, эта пена не мешает при уборке. Сначала, когда я начала использовать это средство, вроде положила, знаете, немного средства, но пенится так, вообще как, я не знаю, как гель для душа, как пены для ванны. Я испугалась, думала, как я все-таки буду убираться, не будет ли мне мешать эта пена. Нет, эта пена такая воздушная, приятная. Мне очень понравилось протирать пыль и, конечно же, мыть им полы. Мне понравилось мыть, как бы сказать, у нас линолеум. И я думаю, что я обязательно повторю, потому что у меня таких средств пока нету. Обязательно повторю. Здесь у нас объем 1000 грамм вот такого нежнейшего небесного голубого цвета, даже бирюзового, очень мне понравилось. Немножко, конечно же, у меня пасмурно, потому что я снимаю на искусственном цвете. Дальше покажу вам уже от компании Faberlic. У меня все в перемешку. Это вот такое средство, стиральный порошок для белых тканей, который хватает на 20 стирок, даже на больше стирок. Восстанавливает белизну и свежесть, способствует выведению пятен, легко растворяется, не оставляет разводов на вещах. Очень мне понравилось, осталась довольна. Я заказала... Так, зачем я убираю? Это средство, конечно же, повторно используем, стирая им я манжеты и одежду, белую фартуки своей дочери, также свою спецодежду, это белая рубашка, белые футболки, это у нас по физкультуре дети одевают, поэтому очень мне понравилось, хорошо отбеливает и убирает пятна, так что также рекомендую к
Классно. Конечно же, только единственный такой, знаете, минус, но мне кажется, достойный, такой, знаете, цена не очень-то бюджетная. То ли даже по акции покупается 300 рублей, даже больше 300 рублей. Но так средство просто отличное. Далее также от Faberlic водный спрей. Вот такой спрей, который я вам постоянно показываю. Это аромат цитрусовый. Для меня самый лучший из всех серий от дома Faberlic цитрусовый. Такой сладенький, конфетный, лимонно-апельсиновый аромат. Водный, очень мне нравится. Поэтому, конечно же, я рекомендую по акции 119 рублей в каталогах. Хорошая цена. Не знаю, вот у нас очень даже неплохо все освежает. Поэтому очень нравится, конечно же, и рекомендую. Объем у этого средства 345 мл. Далее, также с фикс прайса покупала я недавно ополаскиватель для полости рта мультивитамины 6 в 1 объемом 500 мл. Вот такая вот компания, коверкать не буду. Объем очень даже большой, средство вот такого нежного зеленого цвета. Как скажу вам, ну не ас такое средство, которое будет надолго освежать ваше дыхание, но для домашнего использования, когда вы дома освежите вас полость рта, очень даже неплохое. И это видно по применению, с удовольствием за 55 рублей использовали, думаю, что в фикс прайсе буду, конечно же, повторять. Но чтобы там выйти, особенно, конечно же, это по утрам, освежать вас рот на 100%, конечно, это не будет. Поэтому вот. А дома, когда вы дома освежите, то это будет очень-очень здорово. Дальше вот так немного приподниму планшет. Перед вами стоят два бутыля огромных, мои любимчики. Но скажу, Санфор 10 в 1 – это самый любимый из всей моей серии. И вот такую вот для меня новиночку я попробовала. Это называется у нас аромат «Цветущая сакура». Единственный минус я увидела, что он такого яркого, красновато-розового цвета, который, ну, не знаю. Конечно же, это все потом смывается, но как-то, знаете, я не люблю. Не люблю вот эти гели для душа красные, я как много раз говорила вам. И также вот этот красный такой розоватый цвет тоже как-то вроде чистишь, а он как-то, получается, пачкает и слишком жидкий. Вот. И сегодня, девчонки, что удивительно, зашла я в Добрый день купить Санфор, не было выбора. И схватила, что увидела. И, представляете, забыла. Опять схватила такой Санфор, как WS гель, только аромат у меня там совершенно другой. Но опять такого же красного цвета. Вот, девчонки, не научила меня фото мое внимание запомнить, что же я покупала и что мне не понравилось. Так что вот единственное, что жидкий, что вот этот цвет, который более пачкает, пока все это очищаешь, смываешь. И все равно вот это намного лучше все очищает и дезинфицирует. Далее у меня в пустышках с фикс прайса вот такие вот салфетки трехслойные от Папия. Смотрите, какой красивый дизайн был. Красивый. Смотрите. Вот. И салфетки сами просто супер. Они, как бы сказать, бесконечные. Просто хорошо отсюда брать вам салфетку. Трехслойные, плотные, не рвутся. Знаете, не сразу это порвать. И хватило очень-очень надолго. Обязательно повторю, для кухни нашей любимой вот такие салфетки. И особенно держать вот такой вот красивый дизайн тоже очень приятно. Посмотрите, какая красота. Вот. Поэтому очень хорошие, рекомендую, плотные и не рвутся. Далее хочу вам показать пятновыводитель компании Faberlic, кислородный универсальный экстра, объемом 500 грамм, если я не ошибаюсь, да, вот 500 грамм. Что хочу вам сказать, нормальный,
пятновыводитель. У меня, знаете, заказывают. Скоро у меня будет заказ Faberlic. У меня заказали, поэтому клиентам, значит, понравилось. Также я сама использую. Использовать надо, чтобы отбеливать именно вот прокипяченную воду, которую вы прикипятили сами. В общем, короче, не знаю, что сказала. Вот. Сегодня я, как всегда, с ночной смены. Пришла я в 4 часа. Ходила я в больнице. Вот. И ушла я на больничное. Буду лечиться. Потому что мне очень больно и очень тяжело. Поэтому, еще раз повторяюсь, терпите, терпите меня и ждите, пожалуйста. И не уходите, не бросайте меня. Очень хорошее средство. Но единственный, как же опять минус, средство может для многих быть не по карману, потому что, скажу вам честно, ну, не очень-то бюджетное это средство. Далее, любимка, новинка. Новинка не по аромату, а по дизайну и о том, что это жидкое мыло, новинка от Senses Avon. Крем-мыло очень густое, ярким таким, выраженным, но таким приятным ароматом цветочным. Посмотрите, какой шикарный объем, 700 мл хватило. Я скажу вам, это 700 мл очень ненадолго для нас, для 4 человек, так как кто-то из носочки свои сполоснет, я тряпочки ванной могу сполоснуть, поэтому и руки моем, в общем, иногда и полы мыло немножко, так можно положить, там тряпочки помыть напольные, освежить. Очень густое, приятный аромат. У меня уже в запасиках ждет меня такой 700 мл. Очень полюбился. Спасибо компании Avon, что придумал такую большую бутыль. Вот. И точно, вот, знаете, по названию притягательный. Он правда притягательный. Понравилось. Кто еще не пробовал, берите обязательно. Вы не пожалеете. Далее от Faberlic мыло для кухни с фруктовым ароматом. Это самый для меня любимый аромат из всей серии. Об этом я много раз говорила. Вот я не знаю, мне очень неплохо освежает мои кухонные тряпочки. Ежедневно, конечно же, я их мою. Также помогает и раковину. Раковина даже блестит, конечно, если это протирать также каждый день. Мне нравится. И цена такая, знаете, неплохая, бюджетная. Раньше, конечно, стоила 79, сейчас она в каталогах стоит 89. Но если вы представитель, конечно же, компании Faberlic, клиент, то, конечно же, для нас это все выгодно. Я покупала и буду для себя заказывать, и у меня стоят также в использовании и в запасиках. Далее еще лимитированная коллекция, тоже недавняя новинка от Avon Senses, сокровища Африки с ароматом ванили и жасмина. Густой кремовый гель с таким нежно-молочным ароматом, чай с молоком, правда же аромат ванили, но я почему-то больше чувствую немножко жасмина. И аромат просто классный, пенится хорошо, вообще очень люблю я гели для душа от Avon Senses, мне кажется, они для меня самые бюджетные, самые любимые, самые ароматные, самые-самые классные. И обязательно попробуйте, цвет, конечно же, вот такой бело-молочный, это не яркий, ничего не пачкает, это просто одно удовольствие пользоваться таким крем-гелем, вот, поэтому кто еще не пробовал такой аромат, кто любит сладенький аромат, аромат ванили, то, конечно же, я рекомендую. Объем 500 мл и цена бюджетная. Далее еще от Avon Naturals, тоже недавняя новинка, шампунь, ополаскиватель, 2 в 1, это у нас ароматом лотоса. Я была очень удивлена за такую бюджетную цену. 75 рублей я вот покупала себе, заказала в прошлом каталоге еще запасики. 75 рублей, мне кажется, это 250 миллилитров. Это очень бюджетная цена, конечно же, для представителей компании Avon. Я была очень удивлена, потому что у меня были уже от Naturals шампуни, особенно вот с грушей, который мне не понравился.
Он там был, я не знаю. Да, аромат был обалденный, но был такой, знаете, бесполезный. Бальзам там была, как, если я помню, как жидкая, как прям, знаете, почти как водичка. Никакого эффекта я не видела, что это бальзам ополаскиватель. А здесь, хотя два в одном, то, что аромат обалденный, это цветочный, он, знаете, такой не химический, он не ярко выражен, он такой свежий-свежий цветочный аромат. И сам шампунь, главное, что вот не надо никаких масок, бальзамов, то, что волосы мягкие, блестящие, не путаются. Я просто была в шоке за такой шампунь, поэтому я жалею, что еще один только купила. Этот шампунь должен стоять в запасе. У них срок годности хороший. Шампуни уходят у нас на ура, на 4 человека. Поэтому, кто еще не пробовал, обязательно рекомендую. Далее у меня от компании Faberlic вот такое средство. Я не знаю, я не буду коверкать, как называется. Это деликатный гель для умывания. Так, здесь у нас 200 миллилитров, как всегда. Такой приятный цвет, удобный дозатор. И само средство, знаете, очень-очень густой. Прям очень густой, такой свежий аромат, не приторный. Цена, я покупала 2 по 179 рублей каждый. Такие цены бывают в каталогах Faberlic, а так одна стоит больше 200 рублей. Я не знаю, вот я у многих слышала двоякое такое чувство, что ничего не делает, в общем, бесполезная вещь. Нет, это лично мое мнение, что это не бесполезная вещь. Девчонки, мне кажется, такие гели для умывания, они должны быть. Раньше, когда я была подростком, мы умывались мылом. И почему у нас все время была сухая кожа? Потому что, мне кажется, вот не только мне кажется, вообще мылом, особенно твердым, это нельзя мыть лицо. Если у вас только есть проблемы, и вы там моете дегтярным мылом каким-то, я не знаю, хозяйственным мылом, один раз в год, конечно же, можно это при проблемах очищать лицо. Я обычно, когда после того, как смываю косметику разными, я не знаю, маслами, молочком, тоником, конечно же, обязательно все равно ничто идеально, мне кажется, не снимает, если не тереть прям до конца, но я такое себе не могу позволить. У меня больные чувствительные глаза после лазерной коррекции. А вообще они у меня, как выяснялось, с рождения у меня миопия средней степени, астигматизм. В общем, есть много таких этих, особенно один глаз. Вот. Поэтому для меня актуально обязательно смывать после тоника, молочка и масла, и умывать досконально до скрипа свое лицо, свои вокруг глаз веки, кожу. Таким вот средством мне он очень понравился, хорошо остатки смывает, она вообще не щи, она совершенно не щиплет мои чувствительные, как бы сказать, больные глаза. Приятно им просто, вот я не знаю, и моему мужу тоже понравилось. Кстати, это средство для взрослой кожи. Но я не побоялась, хотя мне 38 лет, мне кажется, ничего такого плохого тем, что я воспользовалась возрастом выше и больше 38, мы с мужем пользовались с удовольствием. Вот. А у дочери, у сына у меня стоит пенка для умывания. Так что я вот рекомендую, присмотритесь, мои хорошие, если у вас чувствительные глаза, если вы не любите, когда что-то щиплет, что-то у вас там неприятное. Хорошо пенится, отлично. Средства надо очень мало, оно получается очень бюджетным за счет того, что оно густое. Так что присмотритесь. Я не говорю, что рекомендую, просто присмотритесь. Но для меня очень-очень хорошее средство. Далее от Faberlic из серии Vitamania. Здесь у нас киви. Так, киви и авокадо. Витаминный гель для душа. Вроде 200 миллилитров, но такой маленький мимишный объем. Посмотрите, вот моя рука.
такого зеленого цвета. Аромат мне очень понравился. Но самый больше мне из этой всей серии у нас стоит мыло. Сейчас скоро тоже пойдет пустышки. А с манго. Это просто классный аромат. Тем более крем-гель, а не просто гелевый. Ну, я не знаю. Пенится даже неплохо. Но для меня все равно, я очень много средств люблю, никого не хочу обидеть от Faberlic, но гели для душа, это, конечно же, у меня Avon или Yves Rocher. В общем, девчонки, вот, слишком маленькие, посмотрите. Вот. Не знаю. Из всей серии, вот, попробуйте с манго, очень мне понравилось. Вообще, и мужу аромат понравился, и вообще, мыло само, и... Вообще, очень понравился. Далее, также у меня от Faberlic. Вот такая вот парочка у меня. Шампунь и бальзам для волос увлажняющий. Я буду петь, знаете, оды. Песню посвящать этой парочке. Они объемом 250 миллилитров. Так, если я не ошибаюсь. Нет, вот я соврала. Объем 200 миллилитров. Хорошо, что посмотрела. Это серия для волос сухих. Если у вас обезвоженные сухие волосы, как метелка, то это, конечно же, ваша серия. Просто классно увлажняет волосы. Даже, знаете, вот это без бальзама, шампунь сам действует просто неплохо. Просто, знаете, потрясающе. А аромат? Аромат просто потрясный. Вы знаете, что я люблю эту серию La Crème с кокосом. У меня и крем-суфле. В общем, я бы с удовольствием пользовалась чем еще таким, чем-нибудь. Ну, например, крем для рук. Не просто крем-суфле, а еще крем для рук какой-то. Вот. И еще дезодорант. Есть у нас, только кокоса нету, тоже бы попробовала эту серию. Волосы мягкие, пышные, блестящие. В то же время и гладкий аромат просто потрясающий. Я уже себе заказала. И если вам интересно, в 16-м каталоге, который у нас и действует, и я отправлю в скором времени заказ, будет всего 99 рублей при покупке двух, одна, каждая. 99 рублей, вот эта цена, так цена. Но единственное, если у вас волосы длинные, минус, то быстро-быстро они у вас... будут уходить в использование. Но сами они очень густые. Они не жидкие, что мне нравится. Серия Этнобатаника, если я не ошибаюсь. Вот там, да, вот не понравилось, что бальзам очень жидкий. Дальше у меня от Yves Rocher с маслом жожоба. Это масло для волос. Это очень, знаете, как бы сказать, не бюджетное, но очень экономное средство. Густое-густое масло, которое хватает на, я не знаю, я, наверное, пользовалась им больше года. Мне хватило. Особенно я им пользовалась осенью, весной и зимой, когда уже волосы обезвоженные, обветренные. Очень мне понравилось и аромат жожоба, все серии шампуни и бальзамы. И само масло, я скажу вам, да, правда же работает. У меня волосы вообще не секутся. Мне кажется, вот это питание маслами и дает возможность волосам дышать, а не делать такие кончики, как хвост скорпиона. Вот, как хвост скорпиона, поэтому... Единственный, так пошуршу, у меня рядом пакет. Единственный, конечно же, цена очень-очень дорогая. Так, вот, к примеру, к нему я поставлю вот такое масло с фикс прайса. Масло для волос. Рецепты Аюрведы с маслом красного апельсина. Такой яркий-яркий оранжевый цвет. И для меня он не химический, он правда же пахнет грейпфрутом, апельсином, цитрусами. И масло мне очень понравилось. За 50 рублей, девчонки, с фикс прайса. Если вот будет, я вижу, что девчонки в покупках все еще показывают. Надеюсь, и у нас появится. В прошлый раз, я обычно всегда беру по две штуки, но вот в прошлый раз я взяла один, так как там всего оставался вот одно масло. Но я обязательно его
себе куплю за 50 рублей, просто обалденно работает. Потом уже, например, в других уже ежедневных применениях, там через день, как вы моете свои волосы, голову, можно немножко добавить в шампунь или в бальзам. Тогда вот вместе применение тоже просто отличный. И аромат, и по действию. Я рекомендую, если у вас секутся кончики, или чтобы вы не хотите, чтобы они секлись, или как сказать правильнее, то вообще классно. Вот сейчас особенно вот в холода, это, мне кажется, необходимая вещь. Это надо вот пользоваться такими маслами. И, конечно же, я теперь отдаю предпочтение вот такому маслу, потому что оно бюджетное. Но если будет как-то вот хорошая цена вот такому от Yves Rocher средству, а так она стоит больше 500 рублей, то, конечно же, я приобрету. Тоже уходовую косметику Yves Rocher я очень-очень люблю. Так, далее у меня впервые, наверное, в пустышках. Это у меня посылка из Германии была от Алины. Вот, спасибо Алине за то, что она дала возможность пользоваться немецкой косметикой. Это крем для рук Isana компании, Isana Young, если я правильно говорю. Очень приятный такой аромат, как я и люблю. Вот чувствуется что-то такое, знаете, нотки ванили. Вот, к примеру, масло ши, вот такой вот аромат. Хорошо увлажняет руки, но единственное, это мыло не густое, знаете, такое более жидковатое. Но мне очень понравилось. Я с удовольствием им пользовалась. Здесь она пустая, просто такой пузатик надутый. Вот такой вот классный. С удовольствием пользовалась, попробовала и очень-очень понравилось. Далее от Faberlic постоянно тоже показываем самый, наверное, любимый Bubble Gum. Такой неярко выраженный цвет, такой желтенький. Понравилось моей дочери тоже. Вот, классный. Будем заказывать. Заказывали. Пока дочка маленькая, будем заказывать. Так, и далее еще у меня, как всегда, краса. Как же без красы, краса и всего одна ампула на этот раз для сухих обезвоженных волос. Вот у меня, как они всегда повторяю, волосы у меня не жирные, а сухие. Вот почему у меня одна капсула, я всегда использую две капсулы, потому что это пустышка у меня. Использование после второго раза. В последнее время я окрашиваю только седину волос. Кремовая, густая, а при использовании вот этой капсулы она еще становится гуще, волосы вообще не портит. Я, в общем, повторяться не буду, потому что каждый раз в пустых баночках об этом говорю, просто классные. Надо, мне кажется, это сначала попробовать, ощутить эффект, то только те поймут. Далее у меня, как вы видите, стоят перед вами аж 3 штуки, потому что эта пустышка у меня с начала месяца октября, у нас уже сегодня 8 ноября, повторяюсь, 2017 года. Вот, как вам видно, говорить ничего не буду. Вы видите, что раз 3 штуки, значит, очень нравится. Очень нравится для нашей семьи, сыну, мужу мягкое отбеливание. Правда же, есть немножко мягкое отбеливание такое, но мне нравится и по текстуре, и по аромату, и как освежает рот. Вот, мне кажется, вот у нас в месяц, получается, даже больше месяца уходит вот 3 таких зубных пасты на 3 человека. Получается, одна зубная паста мне, мужу, сыну, так как дочка у меня пользуется другими. У нее своя зубная паста, очень нравится. И цена 79 рублей. Обязательно вот в 16-м каталоге закажу. У нас еще есть в запасиках. Вот, все равно заказ надо добивать. Лучше я буду уж заказывать, потому что все-таки компания дарит и забалы, подарки, чем покупать в магазинах. Вот. Поэтому я тоже рекомендую, присмотритесь, вам понравится. Далее у меня от белорусской косметики Vitex совершенная кожа, скраб полирующий с разглаживающим комплексом. Ровная текстура кожи, уменьшение пор, сияющий цвет лица, эффект салона дермабразии, объемом 100 мл. Вот такой скраб полирующий. Это повторюшка моя уже, я уже использую, наверное, третий раз.
Очень мне нравится белорусская косметика, и особенно вот эта вот серия, вот присмотритесь, вот так все выглядит. У них хорошие и тоники, и еще матирующие, что у них еще есть, вот тоник или лосьон. В общем, нравится, и филлер под глаза мне понравилось тоже, такой неплохой увлажняющий эффект. Это для меня, наверное, самый лучший скраб кремовый. Кремовый, вот за счет этого тоже очень нравится. И мелкие-мелкие скрабирующие частицы, так как это все-таки такой просто полирование. Но также, конечно же, вот очень чувствуется эффект скрабирования. Мне очень понравилось. Вот поэтому попробуйте это. Нету ли тут показать? Нет, к сожалению, нет. Я все добила. Очень мне понравилось. Скраб полирует и выравнивает поверхность кожи, создавая эффект салонной дермабразии. Поры глубоко очищаются, улучшается клеточное обновление, кожа становится заметно более гладкой и мягкой. Благодаря уникальным тающим частицам эксфолианта процедура очищения кожи проходит максимально бережно. Да, совершенно верно, проходит совершенно бережно. Очень мне понравилось. Обязательно повторю, потому что скрабов у меня в запасиках вроде нету. Далее, как всегда, мой любимый комфорт льна Rexona. Теперь уже я не буду пока покупать, потому что если вы смотрели мой отзыв на тайскую косметику Tigrow, то я начала пользоваться, я уже пользуюсь почти 3 недели. Кристаллом. Это такой минеральный дезодорант, тайская косметика, кристалл, который просто намочить водой, такой камень. Вот, у меня наконец-то, да, я потею, я как потела и потею, то вода есть, но это хорошо, что ничто там поры не забивается, но у меня пропал неприятный запах. Вот, теперь я такими вещами не пользуюсь, чему я рада, потому что теперь у меня не будет пачкаться белый цвет моя одежда, и лишние химические соприкосновения у меня теперь меньше будет, потому что как бы я доверяю этому кристаллу, это получается просто минеральный горный кристалл, так что заходите, смотрите. А про Blue Individual Blue я повторяла. Такой, знаете, жидкий, водянистый. Мне лично не нравятся такие дезодоранты от Avon, они мне не подходят, но моему мужу нравятся, и сыну я еще им заказала. И вообще, Blue самый любимый аромат моего мужа. Так, далее у меня что еще есть? Дальше у меня есть вот такая вот масочка. Ультраувлажнение, интенсивно-ампульная маска. Здесь у меня два. Первое это надо вот такое средство, сыворотку нанести, потом здесь тканевая маска, посидеть минут 20 и не смывать, просто оставлять, получается, на лице. Мне единственное не понравилось, остается все-таки ощущение маски, жирность, которую, знаете, я не люблю. Вот эти тканевые маски очень редко те, которые мне нравятся. Так, далее, прошу прощения, у меня закончилась зарядка. Вот, очень-очень редко масок тканевых, которые мне нравятся. Вот, здесь почему-то вот этот эффект маски, который остается липкость, мне, конечно же, не понравилось. Вот, не знаю, жалко, конечно, обидеть человека, это мне присылала Марина. Марина, огромное тебе спасибо, но ну что ж поделаешь, ведь она не знала, подойдет это мне или нет. В общем, вот, немножко есть такое двоякое чувство, вот эта вот липкость. Далее у меня от Faberlic Pro-Elixir, это гиалуроновой кислотой активный крем для век. Здесь объем у нас 15 мл, пользовалась я им очень долго, такая нежная текстура, жиденькая такая, приятный аромат, мне нравится аромат серии Pro-Elixir, действие увлажняющее, потому что для меня самый вот этот увлажняющий крем это серия Pro-Elixir. Вот, а до этого я не очень-то как-то любила
крема для лица, но вот с этим Пролексиром я просто полюбила пользоваться кремами, поэтому когда у меня запасиков много, когда я все использую, я обязательно вернусь и повторю. Особенно выгодно покупать, заказывать Фаберли, когда крем дневной, ночной и вот этот вот активный крем для век идут в наборе. Вот тогда цена просто получается шикарной. Очень понравилась. Она, как бы сказать, здесь нету эффекта ни отбеливания, ни омоложения. Это просто крем для увлажнения вокруг век. Вообще серия увлажнения. Даже само название с гиалуроном дает об этом знать. Далее у меня вот такие вот с фикс прайса аура. Ватные диски 150 штук, очень хороший, как бы сказать, здесь 150 штук. Неплохие, хорошие. Покупала, конечно же, буду покупать. Так, далее у меня еще тушь, декоративная косметика. У меня дальше пойдет немножко тушь Faberlic. Посмотрите, какое люксовое, красивое оформление. Что помады, что тушь, что пудры. Очень нравится вот такое люксовое оформление. Посмотрите, просто вот посмотрите, это же жалко выкинуть. Вот, но я уже использовала долго, и как начинает сохнуть уже и осыпаться на веках, я уже выкидываю пустышки. Вот мне очень понравилось. Мне кажется, это самый для меня лучший, получается, тушь пока, что я использовала от компании Faberlic. Если покупать по каким-то акциям, очень даже неплохая цена. Обязательно как-нибудь вернусь. Вот. Обязательно закажу себе. Так что попробуйте. Далее у меня будет парочка, которая работала вместе, это от компании Avon, это помада Леди Свет Капучино, и также карандаш для губ, вот с таким натуральным цветом, я, наверное, это буду название такое, повторюшки, это мои, наверное, повторюшки, я не знаю, пятый, шестой раз, так здесь у меня немножко вот есть, вам покажу, и помада. Вот тут покажу вам сейчас. Вот. Так, обзор уже 37 минут. Болтаю. Вот, как вам сказать, вот такой вот цвет, посмотрите, капучино и карандаш. Мне кажется, вот просто идеально сливается с друг другом. Классное сочетание. Обязательно я себе повторю помаду Леди. Это самая бюджетная помада для меня компании Avon, и самый такой классный цвет, ежедневно можно носить, вот, и самый такой нейтральный карандаш, смотрите, очень-очень нравится. Так, и далее у меня что еще есть, карандаш, также карандаш у меня для губ от Evelyn Cosmetics, посмотрите, тут вообще уже нету, уже показывать-то нечего. Покажу. Эту помаду я уже использую более такие цвета. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. Конечно, ой, очень у меня темно. Вот. Цвет такой, знаете, еще не очень. Так себе. Вот такая вот. Пользуюсь я таким карандашом к помаде от Faberlic. Цвет лиловый очень подходит. Хорошо сливается, не выделяется. Далее у меня от Avon для бровей, вот такой вот карандаш для бровей, оттенок темно-коричневый, но единственный, вот здесь вот он темно-коричневый, единственный почему-то вот здесь темный, а так для моих бровей он выглядит, как бы, знаете, каким-то рыжеватым, вот. Ну а так мне карандаш очень понравился, я впервые взяла вот, заказала карандаш от Avon для бровей, очень понравилось, не смазывается, четко можно придать форму бровям. Ну и вот единственный мне вот, это, наверное, может моя своя ошибка, что не подошел мне цвет. Хотя заявлено, что это темно-коричневый, но почему-то он с рыжинкой лежит. И далее, самый последний, это, там открывать не буду, он уже весь ломался, от Mark, это новинка в оформлении, у нас гелевый карандаш от Avon, Plumeful называется цвет,
Это у нас такой темно-сиреневый цвет. Так, у меня... Нет, у меня здесь даже... Нет, сводч я не могу показать. Тут он у меня до дыр весь. Вот так вот. Но цвет, если вы меня смотрите, мои заказы, то этот цвет такой сиреневый, самый шикарный. Самый шикарный карандаш из всех, что я пробовала, из всех, что я знаю. И цвет я очень люблю, темно-сиреневый, вообще сиреневые цвета. Макияж на 12 часов. Если вы, как я, приходите еще после ночной смены, еще ходите, как сегодня, по делам, я не знаю, сутками, то он у вас и простоит сутками. Вы будете ходить с такой идеальной, как бы сказать, косметикой, макияжем. Вот, в общем, так. Вот у меня вроде камера сфокусировалась. Такой цвет. Вот. А так, девчонки, вот, наверное, все. 40 минут 28 секунд. В общем, я пока буду дома. Я, конечно же, буду, наверное, пока я фикс прайс, могу поехать только на следующей неделе. Так как очень много я купила лекарств. Это все стоит денег. Также, еще раз повторяю, мы купили мебель, которую я вам сделаю отдельный обзор. Вот, мне кажется, будет вам интересно посмотреть. Вот, пока вы видите вот так только, что это такое, какого оно цвета. Оно, я скажу, оно цвета, потому что это не, как бы, не живая вещь. Вот, в общем, подписывайтесь на мой канал, мне кажется, будет интересно. Я теперь буду стараться здесь вам что-то постоянно показывать. Просто даже буду показывать, наверное, косметику, например, чем я вот пользовалась, что мне понравилось, что понравилось. Не обязательно собирать какие пустые баночки. Вот, что-то, если мне не понравилось, просто сделаю какой-то, я не знаю, 5-минутный влог, который... В общем, будем копаться у меня, в моей уходовой декоративной косметике, у меня на полках. Так что, я думаю, будет очень интересно. Так, не теряйте меня. Всем до новых встреч и всем пока.